Приветствую вас, друзья. Ну вот, я дома. Забрал я посылки в пятницу. Сегодня воскресенье, только что до них добрался. К тому же кто-то в комментариях говорил, что я все ролики делаю по вечерам, в потьмах. Ну вот, решил я сделать один ролик утром, в воскресенье. Но тем не менее, все равно свет нужен оказался, потому что на улице пасмурно. Вот, и поэтому вот такой вот будет ролик. Сегодня у меня распаковка покупок с аукциона. Пришло мне одновременно две посылки с двух разных аукционов. В одном из них должна быть монета. Монета в слабе, в состоянии proof. И в этом, по-моему, я так понимаю, будут значки, которые я купил на аукционе. Ну что ж, давайте открывать, посмотрим, что нам пришло. Начнем, наверное, со значков. Выглядит. Ладно, вот так это выглядит. Здесь должно быть, по-моему, 5 значков, если я не ошибаюсь. Сделаю свет поближе. Там было на самом деле 3 лота, за которых я поставил так фиксированные ставки и, честно говоря, забыл про них. Вот, ну, выиграл только один. Итак, вот я достал значки, разложил их перед вами. Всего это 5 значков вышло у меня. Это значки американские, я всего сделал 3 ставки на аукционе. Там было очень много разных значков, лотов со значками. Были советские значки, были по вермахту и были вот такие американские значки. Я сделал на советские, на вермахт и на эти вот значки по фиксированной ставке, там по 20 евро за группу значков, и, честно говоря, забыл про это. А потом было мое удивление, что мне приходит оповещение, что одна моя ставка сыграла, то есть я выиграл вот эти вот значки. То есть моя была ставка 20 евро, но как бы продались не за десятку, то есть больше никто не поставил. Вот я купил эти 5 значков за 10 евро. С учетом доставки и комиссии аукциона мне вышло это все за 20 евро. То есть, сами судите, как бы, мне кажется, аукцион сделал ошибку, то, что он сделал фото только передней части этих значков и не показал фото оборотной. И здесь, как бы, все эти значки номерные и все эти значки серебряные. То есть, ну, не полностью серебряные, но они, как бы, тут написано, что 1/20 часть этих значков – это серебра. Не так уж и много, конечно, тем не менее, это играет роль свою. Как бы они все разные, то есть одинаковых здесь не попадается, по-моему. Если я, да, все они разные по форме, по этим обозначениям и так далее. И все, как я уже сказал, они все сзади имеют клейма. Это все американские значки за стрелковые соревнования какие-то, там квалификации и так далее. То есть вот, как вы видите, 5 значков за 20 евро. С учетом того, что такие значки я продаю по... Вернее, у меня их покупают по 20-ке. То есть, у меня как бы уже... Я таких несколько значков продал и по 20 евро за штуку. То есть, как бы, учитывая, что вот у меня здесь 5 за 20 евро вышло, то получается вот 4 мне идет в плюс. Ну, вот такая вот была моя первая покупка с аукциона. Довольно дешевая, скажем так. 20 евро за значки, я думаю, это нормально. Особенно за такие, которые, каждый из которых является более или менее серебряным. Ну, и вот здесь вот находится монета. Сейчас я аккуратно... Открою, посмотрим, что там есть. Вот такой вот конвертик. Так, вот так он скрывается. Все, готово. В конверте еще один конверт. Видите, как у Кощея Бессмертного. В яйце и так далее. Ну и вот, соответственно, монета, которую я выиграл. Вот так это запаковывается, на самом деле, здесь в Европе, когда с аукциона приходит. Это монета в слабе. Давайте сейчас я ее открою в прямом эфире. Вот такая вот монета мне пришла. Сейчас я достану. Ну вот, сами можете посмотреть. Некоторые это называют эту монету... медалью. Некоторые называют это, что это 5 марок, как бы она считается. Ну, вот здесь вот написано, что это медаль. Ну, как бы в некоторых аукционах ее описывают также как 5-марочную монету. Сейчас вот свет сделаем. Эта монета в состоянии proof.
Лампа так не передаст, конечно. Вот она в такой красивой патине. Это монета времен или медаль времен Веймарской республики. На ней изображен Гинденбург. Как вы видите, слабую монету. Видите, грейту монеты Proof 65 Камео. Вот такая вот монетка я купил на аукционе. Причем купил я ее так с помощью взаимозачетов, скажем так. То есть на аукционе были какие-то мои лоты, не очень дорогие, там в основном банкноты, они продались. Там набралась определенная сумма, положительная сальдо, и я увидел эту монету, то есть я ее купил. То есть я сделал в нее ставку, там была... что-то здесь он как-то испачкан, что-то уже... Ладно, неважно. Вот, и... То есть за вычетом всех моих там расходов, доходов и так далее, то есть и того, что я купил на этом аукционе, мне эта монета обошлась в 150 евро при цене в 400. То есть купил, ну она у меня 400 евро, но как сказал, как бы ее в себестоимость мне вышла в 150. Потому что я, как я уже сказал, то есть монета была, то есть там были какие-то мои лоты, и как бы когда они продались, и там с такими взаимозачетами я с аукционом рассчитался, то есть физически я перевел только 150 евро за эту монету, а цена у нее была 400. Ну вот так вот, в принципе, тоже пополняются коллекции. В принципе, монеты в состоянии пруф, их как бы по таким ценам нужно собирать. Я считаю, вот так вот, такой вот свет сегодня. Нехороший. Я хоть и днем снимаю, но все, в принципе, вечерняя съемка, на мой взгляд, все-таки получше отражает состояние монеты. Вот. Получше, вот смотрите. Вот такая вот монетка в состоянии пруф. Попала мне. Гинденбург, Веймарская республика. Красивое состояние. Красивая патина. Ну вот как-то так. Сегодня вот такая вот у нас распаковочка с аукционов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если кто-то заинтересован в приобретении данного лота, то мой WhatsApp будет в описании под видео. Пишите. А так, всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Всем пока.